Добрый день, представляем вам микс H&M Woman. Это лето, качество здесь сток, все вещи новые. Итак, платье у нас от H&M 36 европейский. Размер вот такой, оно длинное, до щиколотки. Так, вот такой топ, он на силиконе, здесь 36 европейский, достаточно плотный, очень нарядный. Так, здесь у нас, посмотрите, премиум класса H&M, 40 размер. Это такая туника. Так, здесь у нас юбка, это размер шикарный, 52 европейский, очень легкая юбочка. Внизу с воланом, очень красивая. Так, рубашка у нас 40 европейский размер. Вот такая вот она, с длинным рукавом. Так, платье тоже премиум класса, европейский 32. Я думаю, где-то до колена, возможно, чуть ниже спинки. Посмотрите, какой разрез. Очень красиво. Так, джинсы 38 европейский, достаточно плотные, низ не обработанный. Очень легкая блуза здесь, 36 европейский, 38, простите, европейский, прозрачненькая такая. Так, блуза вот такая вот, прозрачная, европейский 46, с воланчиком внизу. Здесь с одной стороны сборка, с другой стороны ее нет. Так, брючки летние, здесь у нас 36 европейский, очень хорошие размеры. Нет, они не тянутся с карманами, внизу они расклешенные брючки. Так, от Divided, это у нас футболочка, трикотаж, XS размер, европейский. Так, вот такого бельевого стиля, это 44 европейский, на бретелях. Так, брюки, а здесь у нас 42 европейский размер, вот такие. Вот они внизу, посмотрите, как интересно сделаны, немножко расклешенные. Так, это комбинезон, 34 европейский, комбинезон, асимметрия идет. С поясом это трикотаж. Брюки европейский, 40 размер, легкие достаточно. Это летний микс. Так, здесь у нас М размер. Вот такая блуза, очень легкая, это хлопок. Здесь у нас тоже премиум класса, 38 размер. Платье, я думаю, длина будет, возможно, чуть ниже колена. Здесь будет разрез сзади, то есть застегивается. И вот такой вот красивый разрез. Так, блуза 34 европейский, достаточно прозрачная, с длинным рукавом. Так, танковочка, это у нас 34 европейский. Сзади очень интересная спинка, большой вырез с перемычкой. 40 европейский, джинсы облегченные. Так, комбинезон 36 европейский с длинным рукавом. Рукава здесь, на кулиске убавить можно. Европейский 44 размер. Вот такое вот платье с поясом оно. С большим, с хорошим поясом. Длина ниже колена. Так, купальник. Купальник от H&M у нас получается 32 европейский размер. Вот такие вот трусики. А здесь у нас 46 европейский размер. Тоже премиум класса европейский, 40 размер. Вот такая красивая штучка. Длина до середины бедра будет однозначно. 42 европейский. Очень нарядно, красиво. Сейчас вот эти воланчики прямо в тренде. Так, здесь у нас плюшевая, размер М. Вот такая майка. Здесь у нас 36 европейский, тоже достаточно прозрачное все. Так, шорты, очень красиво сделан пояс у шорт. Здесь у нас размер 44 европейский. Платье у нас здесь с открытой спиной, тоже премиум класса. Здесь этикеточка 40 европейский. Здесь получается застегивается, вот такая вот красота. Длина миди, спина вся открыта. Очень красиво. Воздушное, легкое платье. Еще одно премиум класса платье 36 размера. Вот такие вот рукавчики. Тоже длина миди с большим разрезом впереди.
такая вот баска 34 размера, такая плотненькая. Здесь повторяется размер, здесь 40 европейский. Не стали доставать из упаковки. Так, шорты хлопок, похоже на лен даже, 36 размер, с карманами. Очень красивое платье, 34 размер, гипюровое. Размер, длина до колена, либо чуть ниже, тоже здесь вырез красивый на спине. Так, пиджак 34 размер, на подкладе он. Так, юбка тоже похожа на лен. Здесь у нас размер 42 европейский, длина будет по щиколотку. 34 европейский, тоже вот такая туника. L размер здесь, вот этой вот танковочки. Так, здесь платье нарядное, 44 размер европейский, очень красивое платье. Перед короче, спинка длиннее, немножко расклешенная, очень нарядная прямо. Вообще шикарный лот, честно говоря, 38 европейский, вот такая вот платье-туника. Оно чуть-чуть с утеплением, тут ткань рибай, плотная такая. Кофта, джемпер, divided, XS. Вот такие вот кружева здесь. Танковка размер L. Здесь трикотаж, очень тоненькая, нежная. Так, верх от купальника. Здесь он маленький, европейский 36 размер. Вот такая вот. Джемпер такой красивый. XS размер здесь. Так, здесь у нас размер тоже XS европейский, это хлопок. Платье 34 размер. Такой скользящий материал, длина до колена, я думаю. Шорты спортивные 34 размер. Divided XXS, здесь футболочка, это еще не все. Так, вот такой вот. Красота такая, с купальниками. Сейчас, секундочку. Так. Вот такой верх от купальника. Очень красивый, очень большой. Смотрится 52 размер. Ну, очень красиво смотрится. Оп. Так. Здесь тоже верх от купальника. Размер здесь у нас 34. Вот такая вот красота. Так, здесь у нас размер тоже 34 с небольшими чашечками. Еще один такой же размерчик у нас, 36 тоже. Так, здесь тоже 32 размер. Вот такой купальник у нас. Здесь размер 38, лямочки здесь запасные есть. Здесь у нас тоже с лямочками, тоже 38 размер. Можно без лямок, можно с лямками. Вот такая интересная комбинация. Здесь размер 34. Вот такой вот купальник. Это 36 размер. Здесь повторяется такой же размер 36. Вот такой вот верх от купальника. Достаточно плотный. 34 размер. Так, плавочки. Это у нас 36 размер. 38 размер. 40 размер, 32 размер, 38 размер, 38, 40. Здесь у нас 38 размер, 34 размер, 34 размер, здесь тоже, здесь 36, точно такие же повторяются. Так, 38 размер. Здесь 40 размер. И еще двое. Здесь 40 и 36 размер. Так, здесь у нас 44 размер. В принципе, хорошее. 46 размер. Очень интересные плавочки здесь. Это еще не все. Секундочку. Продолжаем. Вот такая хлопковая рубашка. Здесь 36 размер. Прямо тоненькая, нежная. Так, 38 размер европейский, очень легкие летящие брючки. Сарафан divided размер 40, он выше колена.
рубашечка вот такая прозрачная, размер 34 европейский, спина удлинена немножко, 44 европейское, такое классическое платье, тоже чуть ниже колена. 42 размер, вот такая вот яркая-яркая блуза с широкими рукавами. Так, здесь у нас брючки, это размер у нас 42 европейский, вот такие вот расклешенные, очень легкие. Юбка у нас 44 тоже европейский, это хлопок, длина ниже колена по щиколотку. 32 европейский здесь размер, вот такие вот летящие рукава, разлетающиеся. Так, купальник у нас XS, это боди, даже не купальник, это просто боди. Рубашка 34 размер. Так, здесь у нас 38 европейский, достаточно прозрачная, длинная блуза. Так, юбка здесь у нас 42 размер. Вот такая вот прозрачная блуза, 32 размер. До талии, я думаю. 40 размер европейский, это хлопок, шорты. Здесь вот такой вот топ на бретелях, 46 размер от Divided. Здесь рукава еще, очень легкий. Блуза 40, европейский S размер. Ну, не знаю, на S, как бы на M-ку тоже однозначно подойдет. Так, здесь у нас блуза 32 европейский размер. Такая тоже очень легкая, очень тонкая, летняя. Шорты размер у нас 38, это Divided. Так, 42 размер Divided. Тоже здесь вот с рукавами, с длинными. Плечико оголено получается. Брюки премиум класса 40 размер европейский. Такие они, тоже легкие очень. Вот такая симметричная топ 40 размера. Вот здесь большая рюша идет. Он укороченный. Так, 40 здесь у нас тоже 36 размер такой же. По фасону вот такое платье, очень интересное платье, 44 размер европейский, то есть у вас здесь плечики, спина полностью открыта получается, длина ниже колена, вот три валана здесь, внутри подклад, вот такая туника асимметричная, 38 европейский, цвет шикарный здесь, просто шикарно, она асимметрична, длина ниже бедра будет, ниже середины. Так, шорты от H&M, получается, здесь у нас 36 европейский размер. Еще один плюшевый топ, размер S. Так, здесь платье, 44 европейский, очень легкое летящее платье, длина где-то до колена, либо чуть ниже. Так, еще один топ, 46 размер, тоже он идет с воланом, вот с таким вот очень красивый. Необычно. Это юбка у нас размер здесь 36, длина миди. Подклад вот до колена получается, а ниже уже прозрачно. Вот такая вот она большая юбочка. Так, плюшевый топ L размер. Он до талии будет, может быть, чуть ниже. Так, здесь у нас написано, ну, я думаю, что L размер здесь такой же топ. Платье очень интересное, М размер европейское, внутри такая как подклад в виде туники на лямочках, длинные до щиколотки. Пиджак европейский S размер, вот такой вот он как пальто выглядит, такой тренч, наверное. Итак, это весь лот, все подробности об этом лоте можно посмотреть под видео, спасибо.